При хроническом стрессе повышается в крови уровень гормонов стресса, адреналина и кортизола, которые при длительном течении стресса оказывают кардиотоксическое действие, то есть повреждающее действие на сердце и на сосуды. То есть возникает так называемый хронический стресс, либо синдром менеджера, синдром выгорания, вот называется, по работе, если человек испытывает стрессы. По рекомендациям в этом случае, то есть это... Ну, минимизировать воздействие стресса, если это возможно, стараться вести более здоровый образ жизни, высыпаться. То есть достаточный ночной сон, он способствует отдыху организма и нервной системы. Увеличить физическую активность. При физической активности уменьшается концентрация гормонов стресса в крови и, соответственно, воздействие ее на сердечно-сосудистую систему. Дополнительно можно принимать препараты магния. Они повышают устойчивость организма к стрессу и переносимость стресса в принципе. Ну, если есть необходимость, то можно добавлять растительные препараты, которые немножко снижают возбудимость организма, например, валерьяна препараты, пустырника препараты, либо поддерживающая терапия нервной системы, препараты типа адаптола и наофена, которые тоже помогают бороться со стрессом.